Всем привет! Хочу вам рассказать о очередной геморроидальной шизофрении автолюбителей. Это подобрать диски к автомобилю, особенно к такому, как Fiat Linea 2013 года. Значит, шел у меня автомобиль на железных дисках, поездил я пару лет на них, поснимал, поодевал летне-зимнюю резину. И, как говорится, пришел к тому мнению, что, ну, как и все мы приходим рано или поздно, нужны диски. В общем, давай искать я диски. Нашел на нашем OLX, так сказать, площадке оригинальные, из Италии, там все. Продаван меня уверял, что там все на вашу ступицу, 58,1, ET43, в общем, разболтовка 4,98, в общем, все. Типа померяешь, отдашь. Ну, в общем, заказал я, приехали мне. Это дело было зимой. Мои ж пацаны наши на монтаже. Да, все, да, оригинал, да, видно, все, так. Расслабься, наливай, сейчас все там. Сейчас поставим тебе летнюю резину. Весной приедешь, только чик-чик. Ну, я что-то как-то, в общем, довольный. Пацаны сказали, что да. Ну, да, тогда. Тут приходит весна. Я за эти диски ставим. Ага, а дудочки, они налазят. Что делать? Ну, давай сейчас там токарю, сейчас расточим туда-сюда. Я говорю, не, ребята, растачивать не будем. Короче, лоханулись вы, лоханулся я. Буду я искать себе другие. В общем, продам их там чуваку, который сказал, что ему это не проблема. Что-то он с ними сделает. Поставит на свой добло или куда он там хотел. Короче, нашел я уже на месте там вот такие диски, Малайзия, ну, производство, наверное, в Китае, Аланте. В общем, приехал, сняли, померили, одели на мою. В общем, все подходит, все, ЕТ подходит. Ну, тут ЕТ 35, а мне 43. Ну, у меня там разбежность 35-45 можно ставить. Все, стали, колпачки снял, потому что воруют. Всякие гавроши по дворам бегают. Значит, к чему это все говорю? Прежде чем покупать, нужно 100 раз убедиться, что становятся ли они вам на вашу ступицу. Потому что там есть проставки, там это все налезет. Проставки это хорошо, но лучше без них. В моей ситуации вообще было. Не налазило растачивать. Не захотело ничего растачивать. Вот ищите то, что на вашу машину. Ну, вот пока там пару дней езжу. Ну, диски как диски. Такой себе малазийский стайлинг. Так что, ребята, если на Fiat Linea идут ступица 58,1, то она должна быть 58,1. Не как 58, расточить налезут. Никому не верьте, на лапшу. Вот. Приехали, померили, одели, или с учетом, что отослать обратно. В моем же случае лоханулся я. Не одел, а на глаз линейку прикинули. Та 58, все подходит. Ну, а уже отсылать обратно через полтора месяца как-то за нормального человека не посчитают. Так что будьте внимательны. Кому видео поможет, ставьте лайки. Всем пока.